Привет всем, это Дима Масленников, и если ты хочешь смотреть на Ютубе качественные крутые ролики, то просто подпишись на этот канал, потому что мы идем к 10 миллионам подписчиков. Это я. Я убийца. Надеть очки. А сегодня мы делаем долгожданную третью часть Among Us в реальной жизни. Кто в танке и не знает, что это такое, по сути, это игра в мафию. У нас есть 6 игроков. Из моей команды сегодня играю я, Эмиль и Даник. И к нам присоединились ребята из Dream Team House. Даня Милохин, Бабич и Аня Покров. Кому-то из нас случайным образом будет выпадать мафия. Его задача будет подходить незаметно для остальных другим игрокам, касаться их и тем самым убивать. Погибший игрок ложится и ждет, пока его кто-то не обнаружит из мирных жителей. Если труп найден, другой игрок должен оповестить всех о находке, и тут начнется обсуждение, кто же предатель. Это Дима, 100% Дима. Держи ты жопу! Задача предателя – перебить всех мирных игроков, и за это он получает 100 тысяч рублей. У мирных же не только определить, кто мафия, и выбросить его, но и бегать по нашей локации и выполнять специальные квесты, за каждый из которых они будут получать по 1000 рублей в случае победы мирных жителей. Также у нас есть два усложнения, или как их называют в Among Us, саботажи. Во-первых, мафия может отключать на всей локации свет. И пока кто-то из мирных жителей не выполнит определенный квест, этот свет на локацию не вернется. И команда «Стоп! Мафия» посылает сигнал, и вся команда должна остановиться на месте на 15 секунд и надеть очки. Надеть очки. То есть они ничего не видят, и мафия беспрепятственно перемещается по локации. Ребята, если вы чего-то не поняли, да, я понимаю, правила много, посмотрите буквально первый раунд, и вы влюбитесь в эту игру. И за это, мне кажется, надо поставить лайк. Давайте играть. Так, ну что, сегодня мы играем третью часть Among Us в реальной жизни. Сегодня у нас противостояние века! Вам конец! Dream Team против нашей команды. Так, ну что, вы правила все знаете. Все, размешиваем карты. Получаем каждый. Раз, два, вот теперь страшно. Три, четыре, пять. Показали карты на камеру. Так, товарищи, мафия, убивай аккуратно. Я объявляю начало первого раунда! Жестко. Интересно поиграть с ребятами из Dream Team. Ненавижу с ними играть, они очень злые. Они все очень злые. Я убийца. Капец, как... Надеть очки. Сука, сразу же новый саботаж. Что это было? Меня убили. Так, надо чинить свет. Черт возьми. Че чинишь? Чини. Там просто труп лежит еще. Труп? Даник, в коридоре. Пошли в русскую. Я с тобой никуда не пойду. С меня боишься? Да. Странный человек. Как здесь страшно, ебаный рот. Блядь, о, идеально. Труп. Бро, живи, бро. Я зарепортил, происходило следующее. Я стоял на кухне. За что?
Живи, бро. Ну ладно, вот, так, короче. В общем, я зашел на кухню, начал делать квест. Сначала включили саботаж, чтобы мы были слепыми. Я только снял очки, доделал квест, врубился сразу саботаж света. Я выхожу, Даник уже лежит. Я вот вышел, как только саботаж света включился, я побежал к ним. Вас двоих там не было. Да, но на Артура тоже есть подозрения. Но я какие не говорю... подозрения? Я сейчас расскажу про себя. Я пошел выполнять ключики. Включилась эта херня с глазами. Я закрыл глаза. Когда она выключилась, я пошел в комнату в эту, и мы встретились с тобой, когда ты был на балкончике. Это ничего не значит. Да может, ты его убил и подошел... Короче... Черт, я вообще не понимаю, скипаем, кто это. Скипаем. 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 Так, продолжаем играть. Хочу быть убийцей, а я мирный. Дайте мне поубивать, я хочу смерти. Черт возьми, кто это сделал? Кто это сделал? Даник убит. Они что-то понимают, а что? Я не знаю. Надо как-то красиво придумать, чтобы сейчас кого-нибудь убить. Да что вы будете делать, ну? Да ёпта! Ебать, Анечка, ты понимаешь, что мы не вдвоем с тобой были? Это не мы, значит. Ёпта, сейчас ничего не вижу! Привет. Привет. Ты чё тут делаешь? Я ничего, жду, пока ты включишь свет. Что тут у вас происходит? Я включил свет. Не можете трогать лишь этот... Так, все, идем. Да, да, это не мы с Даней. Вот почему ты против меня? За что? Потому что я уверен, что это почему? Ты очень странно себя ведешь. Ну, конечно, да. Очень странно себя веду, ага. Конечно, странно, где убийца. Кто мафия? Тебе тоже кажется, это Эмиль? Мне чисто ничего не понимаю. Я выполняю задание, зарабатываю деньги и потом куплю себе много колбасы. Да, я убийца, но основания какие? Основания нет. Я не буду париться, все будет. Пиздец. Убили. Вот это сейчас совсем опасненько было, отвечаю. Умереть. Блять, я как сука с Руси здесь хожу. Это ты? Нет. Это ты всех убиваешь? Что я? Это ты? А я посмотрю сейчас в ту комнату, в которую ты вышел. Это ты, мафия? Ой, ладно. Не смешно. Чего они как все уверенно ходят? Не боятся. Ужас! 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 Я... Это Дима! Это Дима! Чего прикалываешься? Что, убили кого-то? Ужас. Артура? Откуда ты знаешь? Я спросила, вот именно! Ага, точно, его же нет просто. Я уверен, что это Дмитрий. Ты чё, охерел? Ты вышел из комнаты и стой, когда... Я делал задание в этом, в... Где? В тюремке. Выхожу из тюремки и вижу, как наш Дмитрий выходит из вон той вот... Аня, из кухни. Но он же легко мог перебежать вот так вот из деревянной комнаты в кухню. А где ты трупы нашел? В деревянной комнате. То есть, а напротив нее кухня, в которой был как раз таки Дмитрий, который говорил о том, что это я, мафия. То есть, очень подозрительно. Ну, либо это может быть Дмитрий. Ты что, прикалываешься? Во-первых, я вам гарантирую сейчас, что вот этот вот хитрожопый засранец, он мафия. Он не мафия. Я вышел из кухни, он такой, а что это ты там делал? Пошел ко мне... Заглянул на кухню, посмотрел, что там ничего нет, я его шугнул один раз, но это, блядь, просто это, я ничего не делал. И я пошел в тюряшку, и вот в тюряшке я был, и это произошло. За кого вы за кого? Надо голосовать, иначе сейчас мафия грохнет. Блядь, ну... Я бы скипался. Да, кто же ты мафия? Я не мафия! Все, скипаем! Ты скипаем, предатель! Неважно. Скипаем! Да! Нас сейчас всех убьют! Давайте, погнали дальше! Короче, ходим за Димой.
Сука, что ты делаешь? Ты же мафия. Ты мафия, 100%. Да, конечно. Ты мафия, 100%. Ну ты что делаешь-то? Хорош. Чего он за мной ходит постоянно? Давай, убивай меня. Я не мафия. Я тоже не мафия, в том-то и дело. Я очень... Вот как я это ебать, сделал! Ебать! Это я не он! Мафия! Это я не мафия! Аня! 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 Это... Надо свет включить! Свет какого включить! Хуя? Какого хуя? Включить свет! Как это было? Мы здесь, включаем свет! Это ты! Почему? Да я сразу к вам зашел уже! Ты понял, что это не я? Да. Все, идем! Это не он? Все, идем, идем! Это Эмиль! Да почему? Ебать, я охуел сейчас! Ебать! Ну что ты делал, понимаешь? Кто-то репорт хочет дать или нет? Я? А с чего? Смотри, давай так, секунду. Вопрос такой, смотри, вот сейчас ты за мной, блядь, бегал все это время, думаешь, что я мафия. Да. И мы стоим друг на друга, я тебе пока, я не мафия, включается репорт. Да. Мы уверены. Смотри, ты тоже не мафия, ты репорт не подавал, мы уверены друг в друге. Мы с Аней это тоже либо уверены. Она, либо он. Это тоже не я, это точно не я. Ты точно уверен, что она не нажимала? Мы с ней стояли вот так, она стоит, бамс, и работает. Мы такие, чего? Это Эмиль 100%. 100%. Ты уверен? Да, 100%. Ты уверен? Да. Давайте, голосуем. А каким образом я открываю дверь, вы вдвоем там стоите? Ну, как? Ты нажал, открываешь дверь. Ты прикалываешься, что ли? Голосуем. Все, ладно, Эмиль. За Эмиля. Эмиль. Ну это хуйня. Да! Так, еще раз ты меня будешь вот так вот нагло подозревать? Да, блядь, я не знаю. Я поверила, что это ты уже. Я, короче, видел, все, давай обнимемся. Это любовь. Это мой шик. Эмиль, ладно. Я был близок. Вот ты говно собачий. Да, очень круто, на самом деле. Я думал сначала, что это Дима. Ребят, вы поняли, что это очень потная карта? Да. Пожалуйста. Врубились уже. Окей, все, let's go. Погнали. Держи. Ребят, сейчас будет еще более потная катка. Я объявляю следующий кусок. Ну привет, Дима. Я тебе больше не доверяю, братан. Я тебе так слил меня. Ах ты засранец. Аня, как всегда. Это Бобич, это Бобич. Это я. Это пизда. К сожалению, не получилось у меня показать что-то сногсшибательно, когда я был убийцей, к сожалению. Так, ну, я не мафия. Хотя жалко. Хотелось бы сыграть мафию. Ой. Ты на меня пошел. Это ты на меня пошел. Пошел. Сам туда. Ну, привет, друзья. Здравствуй. Кто мафия? Признавайся. Мия. Идите. Саботаж! Просто гнида. Ебать! Это выключил свет. Может, это Эмиль, он заранее сюда пошел. Да, конечно, блядь, делать мне нечего. Блядь! Он реально заранее сюда пошел. А почему ты здесь стоишь, Эмилька? Три. Давайте логически подумаем. Если бы я был убийцей, нахрен мне сразу идти включать свет. Давайте логически подумаем. Включился? Все. Да, я включил. Фух. Так, а где... Стоп, а где Бабич? Не знаю. Уж его убили? Денег не заработал, колбасу не купил. Умер. А где Бабич? А Бабич где? Где Бабич? Эмилька. Да вы что, прикалываетесь, что ли? А где Бабич? Убили Бабича. Он в тюрьме мертвый! Почему ты сразу на меня смотришь?
Это теперь либо Дима, либо Даня. Нет, ну я бы... Нет, я его не убивал. Ты чё? Всё, мы тебя сливаем. Срочные новости, о нем снова говорит весь город. Он будто привидение, его не видят обычные люди. Но геймеры четко ощущают его присутствие. Далее к спортивным новостям. Криштиану Роналду стал самым сексуальным актером и даже футболистом в моей жизни. Так. Фух, ладно, чем я закончил? Блин, просто на этой развалюхе, в этом богом забытом месте ни одна игра не работает. Я поиграть нормально не могу. Мне, походу, нужна помощь. Ты звал меня? Супергерой 5G, я слышал те выпуски новостей. Ты реально существуешь. Да, я прихожу на помощь тем, кто страдает от медленного соединения и нестабильной связи. Я помогу тебе. Ты чё? Ты мне чё, подаришь новый мощный компьютер? Нет. С помощью облачного гейминга и технологии 5G от Мегафон ты можешь играть даже в самые новые игры на предельной скорости, в любом месте и даже на старом компьютере. Вау! Офигеть, всё работает! Спасибо, классно! И запомните, супергероя 5G не видят обычные люди. Если хотите узнать об этом поподробнее, вниз по ссылке в описании. Почему ты сразу на меня смотришь? Ну, почему ты был ближе всех, быстрее всех к свету? Подумай логически. Если бы я был убийцей, я нажал саботаж и пошел скрутить свет. Я что, совсем конченый? Блин, да это теперь либо Дима, либо Даня. Слушай, у тебя просто так. Значит, кто не из Дима, значит они. Да нет, при чем тут это? Просто Эмиль сейчас точно не Эмиль. Это точно не я, потому что я закручивал лампочки на саботаже. Это точно не Аня, потому что мы с тобой встретились в русской комнате. И когда начался саботаж, ты практически первая пришла закручивать лампочки. А, стоп, а я как раз выходил из русской комнаты и сказал, первая 1000 у меня в кармане. Я забежал на верхний этаж, и вот к вам побежал саботаж. Все, теперь слушайте меня, я восстановил хронологию событий. Я захожу в эту комнату полицейскую. Мы там с Артуром играемся, типа, это ты? Нет, не ты, ни хрена не ты. Вот так ухожу, и иду на кухню, и туда заходит Даня. 100% говорю. И что? Даня? Ну и все, а потом включился, я был на кухне, включился саботаж. А может, ты так с ним поигрался, что убил заодно? Нет, ну я... Нет, я его не убивал. Ну я просто говорю то, что я видел. Стоп! У нас, ребят, заговор века 2 Дани. И кто-то из них, скорее всего, мафия. Так, Дань, а ты откуда пришел? Когда ты пришел вкручивать лампочки? С кухни. С кухни я пришел, чувак. Так, блядь. Так. Вот это вопрос я задал. Ты че? Все, мы тебя сливаем. Идите нахуй. Ребята, я опять его нашел. Просто... Просто моментальное убийство! Моментальное! Ребята! Просто детектив с первой части снова здесь! Я тут! Можете мне дать поиграть, пожалуйста? Каждый раунд я лежу на полу, алло! Да я с кухни пришел! Честно говоря, вот этот раунд не очень потная каточка. Да я лежу! Так, разминочная, я бы сказал, реально. Да, нормально все, бро. Зато я с тобой. Спасибо. А тебя разъебал. А, ты меня ум... Пошел ты в жопу, блин! Все, работаем дальше. Раз, два, три... Я объявляю... Следующий раунд! Погнали! Тебя сломался? Все равно? Хейтер личный. Так, вот этот квест я еще не делал, поэтому сюда пойдем. Так, розеточки. Электричество восстановлено. Вот видите, загорелась лампочка, это значит, что квест пройден. Еще 1000 у меня в кармане. Так. Здравствуй. Не бойся меня, милый дружок. Че, мы одни здесь оказываемся? Дань! Ты что, убийца? Так, 2000 у меня в кармане. О, я не одна. Так, здравствуйте. 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 Ну, проходите. Так.
Ребят, мы тут все собрались. Ой, и нас правда. Ой, как здорово, что все мы здесь. Сегодня собрались. Кто-то с меня снял капюшон сейчас надеть сзади. Очки. Стоп, надеваю. Это не мы, это мы, это не мы троем. Кто-то из них, сучки. Жестко, 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 жестко. Снять очки. Играем. Ребят, ребят, вы заметили? Вы заметили? Вы заметили? Мы втроем были вместе, когда это случилось. Я здесь стоял. Так, ладно. Так же, я закрытый был здесь. Так, Даник. А что, свежий вырубили? Нет, был стоп. А? Другой саботаж. Черт, то бишь я три раза просто. Ну, ну. Короче, я уверен, что это не Аня и не Дима. Так, блядь. Я тут. Так, блядь. Делай, дружище, делай! А! Это Артур! Это убийца! Чё? Я вышел! Делай свет быстрей! Это ты по-любому! Разборки питерские, пацаны, я бегу к разборкам. Так, у нас труп, у нас труп. Где труп? В избе, Даник. Мы можем доказать, что это не мы втроем, да? Да? Да. Смотри, как вы можете доказать, что вы не вы втроем, если кнопочку нажать — это одно мелкое движение? Мы стояли прям вот в движении, раз, и такие смотрим друг на друга. Ну, стоп, смотри, я почему, наверное, не буду против Артура топить, потому что в самом начале он меня в легкую мог убить. У него слетел фонарик, все разошлись, я ему подходил помогать его делать, он мог меня вальнуть в любой момент. Прям в начале. Он на самом деле очень умный и очень осторожный. Он может, никогда... блядь, скажешь, хитрый и пиздобол. Он никогда не будет ходить и убивать, типа, сразу вот так вот всех. Он будет ходить и проверять, чтобы никого не было вокруг. Ну, тогда никого не... Я уверен, это что не это я... не Артур. Мне просто почему-то кажется, либо это все-таки... Аня, кстати, насчет саботажа. Мы друг друга увидели, да. И Аню мы только боковым зрением видели. Врубил саботаж, мы надели очки, и Аня тоже с нами надела. Да! Вы офигели? Так, ты тут вообще не поддакивай. Когда произошло убийство, я была вообще на втором этаже, эти лампочки вкручивала. И я выхожу, и Дима говорит: убили! Я на втором этаже была. Где? Где? Вот на вот этом, на каменном? Я самая последняя сюда прибежала. А там был кто-то, что может подтвердить, что там она была? Я был здесь, я не знаю. Давай, надо скипать, нет смысла, мне кажется. Да, типа, давайте скипнем. Продолжаем. Ух, как жестко, жестко. Анька, я тебя боюсь теперь. Офигенно, лол, это не я. Я думаю, это Артурчик. Реально. Получилось. Это не Дима точно, потому что Дима мог меня убить несколько раз точно. Это точно не Эмиль, потому что он в роли сейчас этого, Шерлок Холмса. Я всегда в роли Шерлок Холмса, братан. Нет, бро, ты Шерлок Холмс, когда ты не убийца, а когда ты убийца, ты убийца. Логично. Так, ну Дани мог меня сейчас убить, поэтому, скорее всего, это не Дани. Аня, закрывай двери, пожалуйста. Ты не закрываешь, ты две двери не закрыла. Извини, пожалуйста. Проходи. Серьезно? Зарабатываем деньги на колбасу. Лол, ну я сейчас была с Артуром наедине, и он меня не убил. Почему никого нету? Ау, люди! Нас 5 человек здесь. Привет. Я туда, а ты? Я туда хочу. Давай. Слышь, маньяк. Головолось. Эмиль тоже не он, потому что он прибежал свет чинить. Это Дима. Так. Ты не ходи так, мне страшно. Сука! Я снова оказался в нужном месте в нужное время. Так, ребята, я уже работаю, не пальтесь. Чё это? А что за крик был? Ха-ха-ха-ха! Вот такой. Да. Я посмеялся просто. Наверное, не буду больше так ржать. Это нам Даник просто прикольнулся. Так, блин, ну это, ребят, вот кто мафия, это было крайне тупо. Я, Эмиль и Артур были в одном месте, и кто-то шлепнул саботаж в этот момент. Вы угорали!
Слушайте, пацаны, вот это сейчас жестко от себя подозрение отвести. Кто-то палится очень сильно. Всем привет, дорогие друзья, я заявляю, что это Артур. Но это не мог быть Эмиль. Это было бы крайне тупо, если бы это был Эмилька. Или это ты? Да, я второй раз прям пошел к лампочкам и выключил свет. Да, логично. Я же совсем больной дурак. Блин. Я чуть себе палец не отстегнул сейчас. Ты не волнуйся, главное. Игра идет. Так, так, жизнь так. Идет. Так, 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 так. Ну, да нет. Зачем ты так на меня пошел сейчас? Ну, типа... Зачем ты сейчас на меня так пошел, слышишь? Я не знаю, зачем он это делает, чисто по приколу или нет, но он сейчас на меня так жестко пошел вот в этой комнате с больницей, что ни сказки сказать, ни пером описать. Может, он просто увидел, что там никого нет и хотел вальнуть? Я прикалываюсь. Если ты меня вальнешь, возможно, победит мафия. Артур. О, нет, я теперь верю, что это не Артур, не Эмиль. Мне почему-то очень нравится поведение Дани. Я не думаю, что это Эмиль, и я не думаю, что это Дима. Но вот между ими двумя... А вот почему ты не думаешь, что это Дима? Я как раз-таки думаю, что это Дима или Даня. Я не видел. Слушай, если бы я был, я бы его шлепнул вначале сам. Я за Даню. Не знаю, я скип, потому что никаких нет обоснований. Не, я за Даню. Я за Даню. Я не мафия. Но это же очевидно это Дима. Было. Это не я! Я сейчас против Дани топил исключительно потому, что он вот эту херню сделал в больнице. Если бы он этого не сделал, мы дальше продолжили играть. Если у мирных жителей есть мозг, пожалуйста, давайте мы не проиграем. Реально, вот так не делайте больше. Давайте продолжаем. Так, кто это был? Кто это был, если это не Даня? Вот сейчас я, в принципе, могу предположить, что это и Дима. Этот раунд идет уже просто вечно. Надеть очки. Сейчас было очень опасно. Снять очки. Добрый день. Ты что, прикалываешься? Только попробуйте сказать, что это я вас убью. Нет, сейчас. Нет, смотри, всех. Смотри. Это Дима, 100% Дима. Да иди в жопу. Это Дима. Это Дима. Вот сейчас меня послушай. Я, значит, а ты можешь у меня умирать побыстрее чуть-чуть? Это просто максимальная тупость с его стороны была. Я выхожу с кухни, открываю эту дверь, лежит Эмиль. Я начинаю бежать, включается саботаж остановки, я надеваю очки и стою. И смотри, что происходит. Ну просто вот эта дверь открывается, и тут объявляют о том, что саботаж заканчивается, и стоит Артур. О, ты чё гонишь? Это ты только что придумал? Ты, блядь, ты затупил! Я здесь стоял, когда сказали, что... Еще раз, он при мне сейчас открыл дверь во время саботажа. Я шел по коридору, дверь не была открытой. Правда? Нет! Да! Да какая правда? Ты кому да! веришь? Ты ж почему... В смысле, кому веришь? Ты почему вначале против него думал? Потому что он что-то вызвал от тебя? А я-то чё, блядь? Я реально вот здесь стоял и смотрю, он уже заходит, типа, лол. Прости. Это не я. Если это не ты, прости. Да ты так затупил. Анька, это ты во всех играх всегда думаешь, что это я. Попробуй сейчас просто не говорить, что это Артур, просто так. Да я как раз-таки специально не думаю, что это ты. Так а зачем против меня голосовать? Просто я ему поверила. Как? Чему выдуманная история? Какой выдуманный? Ты думаешь, если бы я услышал... Хорошо, где ты был? Смотри. Где ты шлялся? Я вот здесь был. Смотри, он просто говорит, что когда был саботаж вот этот глаз, я вышел, блин, а прям при нем. Но ты думаешь... Да ты затупил просто, у меня, думаешь, ты настолько я тупой, что, бля, буду уходить, когда я саботаж глаз, и когда мы втроем живы только. Слишком большая ответственность. Анька, давай решай, выноси его, выноси, выноси его. Выноси. Нет, Аня, отвечаю, вот ты всегда думаешь, что это я, но... Выноси его, давай, давай, давай. А я не знаю даже, где умер Эмиль. Значит, он был где-то в той стороне, потому что вот в этой комнате в этой не было. А в той были только вы вдвоем. Знатный пиздомор. Ты не знаешь, где умер? Нет, я не знаю. Да ты, блин, сейчас все подписчики сидят и такие, как ты тупо сделал, Артур? Ну Чё? Ты так затупил. Я вообще клянусь, я уже реально, я очень запуталась, я не хочу такое. Я не хочу это. Ты мог что-то поумнее придумать, реально. Я саботаж глаз. Ладно, хорошо, я за Артура.
Против Артура, Ань, подумай! Стой, Ань, подумай еще раз! Давай! Попробуй! Давай так, твое решение. Против Артура? Да. Давай, мы голосуем. Показывай карту, показывай карту. Да, это я. Крис! Я забыл, что я нажал на вот эту кнопку, я все кнопки начал нажимать. Я смотрю, я такой выбегаю, а у меня глаза открыты, а он стоит молча. Я такой, блядь, сейчас попадусь. Просто представьте на секундочку момент, что он нажал бы этот саботаж чуть-чуть раньше, ты бы не успел меня заметить. Да, да, это был бы идеально. До этого момента он все делал гениально. Вот честно, я смотрел, все гениально было. Давайте еще, ребят, давайте еще. Он реально еще круто играет. Давайте, погнали. Я объявляю начало игры. Так, зачем ты, почему ты ко мне идешь? Я тебя люблю, Дим. Нет, не надо, да, не надо, пожалуйста, не надо. Ну, если меня сейчас опять вначале убьют, это уже будет не смешно. Типа, я вообще все пропустил практически. Суп! Опа! Я здесь! Ты чинишь? Да! Кто это сделал? Ты, вонючка? Нет, сама вонючка. Все? Да. Все, рубился? Все. Так, я пошел туда-то. Аккуратно. Все сделать. Вы что, гоните, что ли? Чуть хотя бы денег выиграть. Надеть очки. Ёб твою мать. Дим, как дела? Нормально. Пацаны, я тоже с вами. А, ты тоже? О, привет, парни. Опять мы здесь встретились. Слышь, опять мы здесь встретились. Я опять сдох. Возможно, ребят, сейчас где-то труп. Запомните, что мы втроем были здесь. Да, да. Это важно. Я пошел искать. Так, здравствуйте. Возможно, Таня был наверху вот здесь, я помню. О, Даня, это Даня, это Даня, это Даня, это Даня, там Даник, это Даня Милохин, 100%. С чего вы взяли? Ребятки, это не Даня. Что, кто? Даника убили? Умер Даник, я его видел в русской комнате. Где ты только что вышел? Оттуда вы вышел из этого. Я когда только что к вам заходил сюда, когда глаза закрыл, Даня был на втором этаже, и он бы не смог так быстро спуститься. Я была на кухне сразу, и я выполняла задание. Я специально не вышла, когда закрыли глаза, потому что нельзя. Играю по полной просто. Это твой день, бро. Это черный день. Подожди, а как ты была на кухне, если я туда заходил? Чё? Вот это вот уже не надо, тут ля-ля. Когда включили саботаж с очками, мы были втроём. Вы были втроём, а я это слышала, потому что вы сказали: да, детка, мы видели, что мы втроём. Ты уверен, что он был на втором этаже? Да, я уверен. Но, блин, мне какого-то... Просто, блин, он мог бы успеть добежать, получается. Я не знаю, но он бы не стал бегать. После того, как мы сняли очки, я пошёл в русскую сразу, вижу там труп. Я вообще не понимаю, кто... Кто-то из вас, 100%. Окей. Ну, Артур говорит, что видел он его да. Ну, тогда Аню... Давайте надо за Аню просто по приколу бахнем. Это единственное... Мы втроем были. Моя версия исключительно вот чисто логическая. Вот мы втроем стояли около двери. Даню ты видел. Единственное, кого мы не видели, это Аню. Да. Но мне не понравилось то, что он сказал, что убьет ее по приколу. Это не я, потому что я была на кухне. Когда вот эта херня с очками, я надела очки специально, постояла, думаю, не буду выходить. Опа! Слышали?
не буду выходить. Слышали? Слышали? Вы сейчас, ребята, я просто тупанула. Говорит, я надела очки и специально не двигалась. Почему она проговорилась? Таня мне очень... Потому что я тупая тёлка. Как бы я успела... Как бы я успела с русской комнаты добежать до кухни и потом последней прибежать сюда? Слушайте, ну давайте так, мне кажется, это Аня. Ну типа, она проговорилась. Я по поведению думаю, что это Даня. Парни, давайте так, мы чисты. Ну вот практически 100%. Я бы сейчас проголосовал против Ани без обид, потому что много факторов против нее. И если это не Аня, будем следить за следующими действиями в игре. И если кого-то из нас убивает, то это Даня 100%, и мирные должны выиграть. Поэтому, подожди, а если вот ты сейчас мафия? Мы втроем были. Камон, неважно. Мы были втроем. Я не знаю, но я за Аню тоже. Да, я за Аню. Хорошо, класс. Вот, только я была не мафией, и я вам это говорила. Сколько? Зачем я ты это сказала? Я же сказала, что оговорилась, лол. Так, ну чё, мужики, погнали. А ты не поняла, кто мафия? Сучка какая. Они же сейчас будут Таню валить. Так что у вас там за рандеву такое? Я хочу выполнить задание. Фу, блин, сложно, сложно. Что было сейчас? Это кто-то что-то уронил? Да, это у меня упала рация. А зачем он хотел ее взять? Стоп! А зачем ты ее трогал? Да, я ее об стол случайно дернул. Ну ладно. Это не мы. Ты понял, да? Угу. Это Даня по-любому. О, ебай. Да я тут... Пойдем этот и пойдем нажимать, и я знаю, кто это сделал. Кто это сделал? Пойдемте. Мы были сейчас с Бабичем в одной комнате. И он не нажимал. А где Эмиль? Эмиль! Я иду. А, фу! Я просто его только что видел. Короче, смотрите, у меня только что был маневр. Мы встретились с Даней, и я начал делать вид, что я захожу в эту комнату обратно. Но я специально не зашел, а отвернулся посмотреть, куда пошел он. И в это время он нажал на вот эту херню как раз, и я встретился с ним. Пиздобол. Ты прям видел, что он нажимает? Ну, я не знаю, но, блин... Чего ты не знаешь? Ты сказал, что ты видел, что ты видел? Ну, ты заходил вот так в комнату... Ты уверен, что я нажал? Я знаю, что это ты. Ты уверен, что это я? Да. Не, просто подожди, Даня ко мне зашел просто первый, и никто на саботаж больше не прибежал. Потому что мы были здесь, нам нужно было далеко идти. А он же зашел в ту комнату. Просто смотри, я был в купе, делал лампочки, и в этот момент врубили саботаж. А мы с тобой одновременно зашли в эту комнату, и поэтому нам пришлось долго идти. Поэтому, скорее всего, мы почти пришли последние, и Даня нажал на саботаж и пошел в твою сторону. Он даже не оправдывается, потому что он говорил, что он не может оправдываться. Просто они вдвоем стояли на балконе. Он так мог... он меня не убил, потому что ты зашел почти сразу в комнату, как я поднялся. Почему ты ко мне поднимался ты? Почему ты ко мне поднимался ты, а не я к тебе? Потому что я захотел сделать задание. А хули ты видишь, что я делаю задание, а я иду за это. Ты ко мне вот так. И что? А давайте скипнем тогда, окей. Ну. Давайте скипнем. Я бы за скип. Данечка, ты что так улыбаешься? Хитрожопа. Я уверен, что это Даня. Я уверен, что это Даня. Хотя это мог быть и Дима. И он в тот момент, когда мы встретились втроем в коридоре, он просто нажал на кнопку и закрыл вместе с нами глаза. Это не Дима. И это не Артур. Поэтому, по всей видимости, на кнопочку-то нажал ли Аня? Я думаю, это Дима. Стоп! Стойте на месте, блядь. Сука, ты чё закрываешь дверь? Стойте на месте. Ну-ка, подожди. Нет, там Даня там ходит. А, Даня там ходит? Давай вопрос. Да ты гнида. Да ты, блядь. Интеллектуальная игра от Дани Милохина. Зашёл, вышел. Что ты на меня так смотришь?
надеть очки. Это я. Снять очки. Где все? Артура нет. Артур? Артур? Ты живой? Да. Фу, блядь. Ты херня какая-то. По-моему, я сейчас зашел, и Даня был без очков. Я специально это сделал резко. Дай-ка. Зачем ты это делаешь, я не понимаю. Зачем ты это делаешь? Он шевелится. Это Димас! 100%, бро! Я тебе объясняю, Я был на кухне. Он мертвый? Да, Артур. Где? Тихо, где? Он вот в коридоре. Так, подожди, я зарепортил, я говорю, подожди, во-первых. Я выхожу, он идет в сторону, Даня его шлепает. Он просто не заметил, что я в коридоре. Такая очень легкая версия, согласись, смотри, как было. Я стою, что кручу. И вижу, Артур падает. И убегают в репортить. Все, это Дима, 100%. Ага. Да. Еще, давай, еще вариант. Все, единственный вариант. Это было тупо, он просто не заметил опять, что я... Почему я думаю, да, что это Даня, ты? Первое, это когда был первый саботаж с очками, мы с тобой стояли в маленьком квадратике. Да. А второе, это когда саботаж прошел, я прям супер быстро снял очки, и специально, помнишь, я прям заскочил в больницу, и в этот момент Даня просто сидит и делает рычажочки. Значит, это я. Голосуем. Ну, мы предполагали, что Даня, поэтому да, давай. Все. Сука. Это не я. Стой, гений! Какой, блядь, ты, да, сука! Да! Подожди, а как? Вот так, блядь, вот так! Как я врубил саботаж, когда мы втроем стояли, вы просто не заметили, и мы такие втроем. Да, это мы! Мы точно... Да, это Аня! Она оговорилась! Да, да. А почему ты меня не убил в квадратике? В каком квадратике? Мы вдвоем как-то. Смотри, там мы вот здесь втроем встали. С меня сняли подозрение. Знаешь, как я кайфовал, когда мы стоим, и ты такой: ну я точно уверен, что это значит не Артур и не Дима, потому что мы были втроем. Я такой: ну да. И специально, чтоб еще твои подозрения снять, я саботаж шлепнул вот прямо при тебе. И там же встал. Да, ребят, мне с вами тоже весело. Реально. Прости, пожалуйста, прости, ты попался под горячую руку. Ну что, ребят, вот и все на сегодня. Спасибо, что вы посмотрели третью часть Among Us в реальной жизни от Димы Масленникова. Мы старались специально для вас. Хочу сказать огромное, невероятное, гигантское, что это, шведская семья какая-то. Гигантское спасибо ребятам из Dream Team House. Обязательно подписывайтесь на них, они очень милые и хорошие. Ну все, не подписывайтесь, это ужас какой-то. В общем, это был Дима Масленников. Дальше будет еще интереснее. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Даня, хватит меня преследовать. А, это мой Даня.